получается две комнаты и кухня, также как отдельный апартамент получается. Это вид во дворик хороший. Дальше идем, это комната отдельная, как бы комната с отоплением и выход на террасу. Вот это большое окно с террасы, тоже шкафчики, все это есть. Так, идем дальше. Здесь у нас санузел на первом этаже с душевой кабиной стоит. Здесь у нас достаточно места для прихожей, для гардероба. Здесь у нас кухня на первом этаже. Такая кухня на первом этаже большая. Здесь выход на террасу. Это вот застеклили, сделали террасу. Тоже с большим окном. Окна все поменены в доме. Тут видно все тоже, что ухаживали за домом. И сейчас выйдем на террасу. Вот мы поднялись на второй этаж. Деревянные полы. Здесь также получается как отдельный апартамент, отдельный этаж дома. Это комната одна. Потолки нормальной высоты, бетонные. Здесь у нас два окошка с видом. Хорошие окна стоят. Это двор с гаражом. Получается, здесь выход под камин есть. Так, идем дальше. Следующая комната. Здесь оборудована как спальня. Есть отопление. Также под камин есть. Но здесь отопление сделано радиаторами. Деревянный пол. Выход. Второй этаж. Терраса. Сейчас мы еще выйдем. Тут видно горы даже. А, туда. Хорошо. Дом недалеко от Биллы. Чуть ниже Биллы. Так. Идем дальше. Значит, здесь у нас как прихожая получается большая. Большие шкафы. Угу. Второй санузел на этаже, на втором. Стиральной машины. Идем дальше. Здесь у нас кухня с обеденной зоной. Получается, духовка стоит. Большой холодильник. Телевизор. И выход на террасу с видом. Видно, что окна поменены. А, с другой стороны. Это вот выход на террасу. Здесь тоже вот видно, что окна поменены. Хорошие окна стоят уже. Большое окно. Вид здесь. Внизу это все терраса его. Получается вид какой, смотрите. О, классно. И кондиционер стоит. Вот это все терраса тоже к нему носится. Вот, и территория туда, вот до забора уходит. Снаружи домик выглядит стареньким, а на самом деле он внутри хороший.